Grand Blue Saint Marina. Такой вот бюджетный отель в Хургаде, недалеко от района Мамши. Прогулочный променад. И идем. Здесь есть аквапарк. Бесплатный Wi-Fi здесь есть. Такой простой отель. Ну, небольшая детская площадка. Каждый час ходят автобусы до пляжа. Пляж с понтона. На пляж не поеду, смотреть не буду, но прочитайте больше об этом информации. На январь 2022 года это считается один из самых бюджетных отелей в Хургаде. Такая минимальная детская площадка под навесом. Сейчас навес не актуален, а вот в самое жаркое время навесы на детских площадках очень даже актуальны. Так, смотрим, где у нас небольшой аквапарк. Отель небольшой, вторая линия. Если вы приезжаете, у вас ограничен бюджет, и да, там с маленькими детьми, если вы планируете просто ездить по экскурсиям, то это такая хорошая альтернатива. Обычно аквапарки включают в определенное время по расписанию, то есть они не всегда работают. И каждый раз нужно спрашивать, по какому... What time start open? Так, с 10 до 11. Вот смотрите, здесь даже для малышей. И потом с 3 до 5. Ну вот, для малышей вот такой вот. Ну, вот какой-то минимальный аквапарк для бюджетного отеля. Это тоже хорошо. Удобно здесь будет, если остановиться в этом отеле, ловить такси, потому что проходит прямо рядом дорога. Повторюсь, можно съездить до торгового центра Senza Mall. 5-10 минут, все очень близко, за 20 фунтов. Погулять там. Ну и Wi-Fi бесплатный. Все простенько, минимально. Главный ресторан мы справа проходим, но проходить там тогда не будем уже. Идем во дворах.